вас, мои дорогие любители парфюмерии, любители ароматов. В этом видео я бы хотела поговорить о композициях, которые звучат дороже своей цены. Далеко не все они бюджетные, тем не менее, они звучат еще дороже. Скажу сразу, что всеми ароматами я делюсь в Атлевантах, ибо считаю, что не стоит приобретать по одному только описанию незнакомый аромат в полном объеме, если только вы не увлечены очень сильно парфюмерией и вы коллекционер. Все-таки стоит, на мой взгляд, пробовать ароматы, в особенности дорогие, чтобы не промахнуться уж точно в небольших атлевантах, поносить в различное время года, попробовать посмотреть, как он на одежде, на вашей коже, как он раскрывается, и уж тогда принять решение и потратиться, ежели он вам пришелся по сердцу. О некоторых ароматах я, возможно, где-то уже когда-то рассказывала, какие-то новые в моей коллекции. Начать, как мне кажется, стоит с бренда, который называется Amour Oud. Все ароматы вот в таких мешочках красивых, бархатных. Amour Oud – это нишевая марка. Она представлена в некоторых сетевых магазинах. Невероятной красоты флаконы. И это тяжелое-тяжелое стекло, такое вот черное, практически непрозрачный флакон. У меня, как мне кажется, самый дорогозвучащий аромат из этой линейки. Называется он Agar Oud Noir. Мне кажется, что аромат звучит на, ну, 1100, наверное, рублей, а купить его можно за вот такой объем 100 миллилитров, тысяч, ну, примерно за 20, 17, 18, ну, что-то в этих пределах. Конечно же, его непременно стоит слушать в Атлеванте и носить. Это безумно дорогое, вот то самое агаровое дерево, орлиное его еще называют, тудовое. Это не бинты какие-то, это ничего близкого к медицине. Это глубокий, с дымком, такой, знаете, благовония какие-то воскуряющиеся. При вдыхании этого волшебного эликсира, иными словами и не назовешь, возникает в моей личной голове образ черной королевы, очень гордой, красивой, не холодной, что важно. И это горячая такая красивая, яркая женщина в черном платье с огромным шлейфом. И шлейф тут действительно королевский. Она идет по залу, отдаются гулкие шаги, огромная свита. Под ее ногами лепестки роз, и воскуряется какой-то волшебный фимиам, какие-то свечи, что-то ужасное, красивое, глубокое, удивительно, но не душное. Вот, я думаю, в этом и состоит фокус этого бренда, создавать ароматы сложные по своей композиции, по звучанию, очень атмосферные, такие наполненные картиной. Вот действительно видишь сцены из кино, из какой-то сказки, возможно. Но при этом ты туда, да, погружаешься, но тебя не душат. Вот эта концентрация, концентрация здесь мощная. Это красиво. Это даже не сильно хочется разбирать на ноты, но скажу, что здесь есть кожа, и мне это нравится. Здесь не дубленая такая вот тяжелая кожа, а как бы присутствие людей, да, присутствие каких-то очень таких близких отношений, возможно, желаний, власти. Это безумно дорого, это красиво. И это, конечно же, стойко. Одной из категорий всех ароматов, которые я сегодня продемонстрирую вам, это высокая стойкость. На мне ароматы держатся недолго, потому, найдя вот такого плана композиции, которые безумно вдохновляют, погружают
в мечты, в какие-то картины ты видишь перед глазами, они наполняют тебя определенным настроением, в данном случае очень торжественным, действительно радуешься, что наконец-то это и красиво, и стойко, и шлейф очень благородный, который не будет кричать, который будет нести в себе такое вот, знаете, дворянство. Это безумно красиво, и это, как мне кажется, обязательно к затесту, к пробе тех, кто ценит ароматы необычные, нишевые и вот такие очень полные по своему звучанию, с дымком, со специями, с какими-то сухофруктами, возможно. Вот очень красиво, безумно. Я рада, что он у меня есть. И мне кажется, стоит повторить его, когда он закончится. А я так чувствую, что его закончится очень быстро, потому что у меня уже многие про него спрашивали. Не все готовы покупать сразу целый флакон. Так что, друзья, я делюсь с удовольствием, надо сказать, потому что мне нравится обсуждать ароматы вместе с вами, с теми, кто меня понимает. И интересно и любопытно было бы узнать, как он будет сидеть на вашей коже. Следующее, что, безусловно, достойно внимания, и, как вы видите, уже второй аромат в таком вот черном, черно-золотом, черно-белом цвете. И, возможно, это стойкость аромата, она тоже играет свою роль, и поэтому парфюмеры облачают свои композиции в флаконы вот такого цвета. Это сам Like It Hot, аромат by Kilian, он вот в таком формате, то есть это такой кофр, продаются они, уже, к сожалению, вернее, не продаются, они сняты с производства, увы и ах, но они продавались когда-то, когда мне его привозили, вместе с аксессуарами такими сексуальными. Вот такой пояс у меня шелковый есть с кисточками. Очень приятный натуральный шелковый пояс, красивый, длинный, то есть можете по своему усмотрению. Я знаю, что в некоторых коробочках было что-то иное, что-то кружевное, по-моему, было какие-то повязки, подвязки, что-то такое сексуальное. Сам аромат в форме вот такого яйца, под Фаберже, вероятно, и здесь тоже кисть шелковая. Я не помню ни одного аромата от By Kilian, который бы меня настолько покорил, удивил и восхитил своей, с одной стороны, простой композиции, хотя я думаю, что многое скрыто. Вряд ли Kilian будет, бренд Kilian будет открывать всю композицию, тем более, когда ароматы снимаются, потому что многие захотят повторить. И это вообще коммерческая тайна. Если даже суд будет запрашивать, они имеют право не предоставлять полную композицию. Но вы знаете, вот совершенно точно, что вот в этих нотах где-то есть густой-густой черный шоколад, и для меня он золотого цвета. То ли в золотой фольге, то ли вот, знаете, как будто бы он плавится и превращается в золото. Аромат звучит очень дорого и густо, и не тяжело, обращает очень на себя внимание, и он удивляет. Это не гурманика в прямом смысле слова. То есть здесь нет вот как такового шоколада. Это бобы тонка так играют. Вероятно, это густота, горечь такая легкая вместе с натуральной абсолютно сладостью, с легкой, очень интеллигентной, правильной сладостью. Она создает в себе композицию по-настоящему вот шедеврально неповторимую. Я ничего похожего ни в одном бренде, ни в одном аромате не слышала. Плавится этот шоколад в старинной какой-то очень красивой чаше золотой и сам превращается в золото. И так варево ведьминское какое-то безумно сложно красивое.
так завораживает этот аромат, он такой приятный, он очень комплиментарный. Кажется, что это, вот знаете, такой театр воплоти. Ощущение, что это очень театрально. Так, знаете, опера какая-то, и дамы сидят в ложах, и красивые платья, и все в бриллиантах, и все в золоте. Наряды, подобранные со вкусом, дорого. Вот, ну, нет здесь ни капли пошлости, никакой лишней сладости. Очень красиво, и формат мне нравился, к сожалению. Не знаю, смогу ли достать еще один флакончик, но вот, видите, уже сколько его, половина. Ну, чуть-чуть больше осталось, все равно делюсь, и я считаю, что нужно обязательно знать об этом аромате и стоит его попробовать, если вы любите вот такие ассоциативно десертные, то есть он не впрямую десертный, а именно в ассоциации рождается такая вот шоколадность, горькая, благородного, дорогого шоколада. Следующий бренд, который, безусловно, достоин внимания в плане стойкости, в плане шлейфа красивого, дорогого звучания, гораздо дороже своей стоимости. Это нишевая линейка Carvon, или бутиковая, как там она у них называется. Вот такая красивая упаковка. Я снимала распаковку этого аромата. Очень интересно, мне нравится здесь как будто бы такая вот деревянная шкатулочка. И аромат под названием Париж Бангалор. Вообще к этой линейке Carvon я неравнодушна, надо сказать, но имея несколько отливантов вот всей этой линейки, я остановила свой выбор исключительно на Париж Бангалор из-за безумно красивой амбры. Конечно, это специи и амбра, но это не резко, это очень мягко. Это словно дорогое пушистое манто. Оно теплое. Оно воздушное вместе с тем, при вот всей густоте аромата и стойкости, и огромном шлейфе, оно согревающее и ненавязчивое, такая нежно-густая композиция, вот действительно как шуба хорошая, песцовая, возможно, вот пушистое что-то, очень мягкое, теплое, но при этом легкое. Очень интересное у него сочетание нот. И здесь есть кожаность легкая, и здесь есть специи, и, безусловно, та янтарная, очень правильная амбра. Амбру я обожаю, но бывает она терпкая и почти неносибельная, знаете, такая почти мужской вариант. Этот же чисто женский, мягкий такой, который хочется вот вдыхать, вдыхать и вдыхать без конца. И это не надоедает, это с горчинкой, очень правильный, интеллигентный. Сандал, талуанский бальзам, все, что густо, все, что долго остается в отголосках, в шлейфе, обожаю, очень его полюбила, ношу с громадным удовольствием, нравится все, и упаковка вот такая довольно простая, лаконичная и тяжелая крышка, прелести, очень советую вам попробовать, и это тот аромат, который я, пожалуй, вот снова бы повторила, уже не первый раз, да, сегодня говорю об этом. Тот аромат, который, знаете, вот западает в душу и там остается. Еще один In Black Amouage Memoir. Недавно вам буквально говорила в одном из своих прямых эфиров, рассказывала о том, что он у меня появился. Его нужно очень аккуратно открывать, потому что он так плотненько закрывается. Все амуажи обиты бархатом изнутри, все шкатулки. И здесь очень плотно сидит тяжелый, тяжелый флакон, поэтому осторожно с ним обхожусь. Как всегда, магнитная крышка, впрочем, как и, ну, по-моему, у всех ароматов. Вот
вот в этой подборке. Красивый, мне нравится упаковка, мне нравится все. И я вдруг поняла неожиданно, что мне нравятся шипры, но не все. Это шипр кожаный и шипр такой вот богато-цветочный. Чтобы белые цветы не стали приторными и сладкими, здесь есть полынь, что замечательно. Она дает вот такую остринку и горчинку. Безусловно, это мхи, которые, собственно, и составляют вот эту шипровую основу. И это мандарин. Я его впрямую, вот знаете, так вот, мандариновый сок сочный, не слышу. Ощущение, что здесь есть все-таки больше цукаты, нежели мандарин. Но вот эта кислинка такая фруктовая, легкая, она присутствует, возможно, вот из-за цедры. Это приятно, это хорошо, потому что композиция сама по себе настолько богатая, настолько монументальная. И вместе с тем, из-за того, что это шипр, она полетная, то есть она не сидит таким вот камнем удушающим, она летит и раскрывается, эта сказка бесконечная какая-то, раскрывается, то он горьковатый, то вдруг ты чувствуешь кожу, то вдруг там заиграли специи, потом вдруг какие-то сухофрукты появились. Мистика. Мемуар – это мистика. Это очень мистический, красивый, густой, дорогой аромат. Вот в прямом смысле дорогой. Но как же долго они сидят и как долго они живут на коже, действительно, это очень выгодное вложение. У меня 100 мл, так что спокойно совершенно поделюсь с вами. Но те, кто брал у меня когда-то от Леванте амуажей, носят их до сих пор и носят, и они не заканчиваются, потому что это действительно очень стойкая парфюмерия. И если вы попадаете вот в свой вкус, то это идеальный, как мне кажется, выбор. Впрочем, как и многие из тех ароматов, которые я сегодня буду описывать, они же все очень стойкие, они все такие долгоиграющие, долго живущие на коже и на одежде, что приятно. Все они для меня из серии «Один флакон навсегда». То есть, если бы я не делилась, наверное, ни с кем, не отсылала бы от Леванте с подарками бесконечно, то я бы, наверное, этим флаконом пользовалась еще лет 20. В контексте темы ароматы, звучащие гораздо дороже своей цены, на мой взгляд, нельзя обойти аромат, который, в принципе, можно купить очень даже недорого. Это Club de Nuit Intense от бренда Armaf. Я показывала его вам в видео об аналогах дорогой парфюмерии. Это арабская парфюмерия. И, знаете, в тот момент я говорила вам, что он звучит даже дороже и интереснее, на мой взгляд, чем тот Том Форд, на который он, как я понимаю, был как-то ориентирован, но по-своему, по-восточному. Да, мое мнение абсолютно не изменилось. Он действительно интереснее, он более стойкий. Том Форд у меня есть в Леванте, и я не планирую его покупать в полном объеме, потому что с меня он слетает. Буквально через, ну, что-то я проверяла, вот вместе их носила, этот держался целый день, а Том Форд улетел через 3-4 часа. Ну, это на мне, возможно, у меня такая вот кожа, я такая непостоянная, с меня все слетает очень быстро. Да, это роза, но роза так красиво обрамлена другими цветами, и дымком, и деревяшками, и такое головокружительное количество красивых специй, мускатный орех и тмин. Я обожаю тмин, я его везде запихиваю, во все абсолютно блюда, куда только можно, и муж каждый раз говорит: опять тмин, там что-то находит где-то в выпечке или в каких-то овощных блюдах. Я люблю вот эти вот восточные такие специи, не острые, а именно душистые, в минимальном количестве, конечно же. Здесь, боже, как красиво,
как интеллигентно и дорого, что в общем не часто удается при не то чтобы копировании ароматов каких-то нишевых брендов, а при нацеливании на какую-то вот идею. Здесь же получилось шикарно. Это абсолютно такая вот самостоятельная композиция, которая лишь изредка, так, местами где-то в раскрытии напоминает, она гораздо дороже, она такая лощеная, очень правильный глянцевый такой флакон. Я вижу женщину в смокинге на голое тело с красивой такой вот какой-то сигарилой, длинной, возможно, сигарой, и такой головокружительный от нее аромат, она приковывает к себе внимание, и, безусловно, вы не останетесь без внимания, если вы будете его надевать. И разбавить хочу черные ароматы вот таким великолепным темно-фиолетовым красавчиком от Atkinson, от Целого Буке. Этот аромат меня в свое время очень сильно удивил, покорил и восхитил вот этой дворянской такой ДНК. Я вижу сразу же какую-то старинную библиотеку из дорогого красного дерева, стоят свежесорванные такие вот срезанные цветы в больших красивых хрустальных, возможно, вазах. И лежат какие-то вкусности, что-то такое, вот, знаете, для чая, возможно, под коньячок какая-то закуска, какие-то цукаты. И кто-то курит в этой шикарной библиотеке трубку, а в ней ароматный-ароматный табак, фруктовый, возможно, или какой-то с перемесью цветов. Это так интересно, вы знаете. Одна моя замечательная зрительница сказала, что, получив от Леванта, она наконец поняла, на что это похоже, и была очень счастлива, потому что тот самый аромат, о котором она говорила, с которым она сравнила вот этот Atkinson, оказался уже снятым с производства, безумно дорогим каким-то, просто запредельные цены сейчас на него, если вообще можно найти, а он в доступе. Это счастье. Старый-старый виски, вот эта сигара, эта библиотека, эти книги, такие тома, чуть потертые, скоженные, плет. Восхитительная, интересная атмосфера, почти декораций, почти какого-то заброшенного замка, что-то. Вот знаете, сразу возникает наследство, наследники, какой-то род очень такой вот знатный, дворяне. Интересно, друзья мои, это необычно. Даже для ниши, даже для Atkinson's, мне кажется, Atkinson's, ну, в общем, там S на конце у них, кто как называет, это необычно, потому что я пробовала несколько ароматов, слушала вот этого бренда, и мне они показались, да, они действительно, у них нишевое звучание, но они такие как будто бы прозрачно-цветочные. А это да, это дерево, это дымок, это то, что я обожаю. Это густота, красота и такой вот вкус даже, мне кажется, есть у этих ароматов у всех. Есть ощущение, что ты его чувствуешь даже на языке, потому что это очень красивые, густые, сложные композиции. Бренд Lalique, этим флакончиком я бы хотела завершить сегодняшний рассказ. И мне кажется, что бренд Lalique недооценен и в их нишевой линейке, и вот в этих черных таких вот квадратных флакончиках есть совершеннейшие шедевры, непознанные и как-то, как мне кажется, еще не очень популярные. Возможно, не пришло их время. Noir Pur L, выговорила. Это черные чернила. Я должна вам сказать, что это не чернила в прямом смысле. Да, вот это минорное настроение, нуарное, минорное, мне очень нравится. Здесь есть какая-то,
знаете, такая, как я называю, фиолетовость в аромате, в самой композиции, некоторая грустинка. Я позволяю себе быть грустной и такой красиво страдающей. Специи, белые цветы, розы, все, что я обожаю. И кефалис, нота искусственная, которая объединяет в себе смолы, такую вот амбровость и дымок. То есть здесь сразу одной нотой перекрывается несколько, и мне кажется, это достижение современной парфюмерии. Не звучит никак искусственно, действительно читаются натуральные смолы, читается дымок такой вот какой-то ароматизированные сигарилы, сигареты. Что-то у меня все с дымком, а я совершенно не курящая, у нас никто не курил никогда в семье и не курит. Но вот табачность именно не сухого табака в кучке такого, мокрого или сухого какого-то, мне не нравится такой вариант. А вот когда есть специи, и как будто бы здесь кто-то курил очень ароматный дорогой табак, и вот такой флёр оставшийся, мне нравится. Композиция красивая, розу я здесь ощущаю, она очень такая мягкая, аккуратная. Вообще вот Encore это самая, как мне кажется, деликатная из всех композиций, которые я сейчас вам показала. Шлейфа в плане густоты, то есть здесь соблюдена вот такая серединка, очень правильная. Так что если вы не любитель тяжелых ароматов, вам он понравится. И если вы любитель, наоборот, таких погуще, вам он тоже понравится и придется по вкусу. Он вот ровно, очень правильно, интеллигентно посередине находится. Красивое оформление, красивый аромат. Вот его, кстати, я могу носить и днем, и вечером, и даже дома. И это то, что очень похоже на характер. Характер женщины, которая так периодически задумывается о каких-то экзистенциальных вопросах, нерешаемых абсолютно, но так она об этом думает. В общем, мне это нравится. Я это люблю, я ценю необычность в композициях. Все они совершенно не похожи друг на друга, несмотря на то, что некоторые ноты пересекаются, встречаются. Все созданы абсолютно разными парфюмерами, разными парфюмерными и домами. Вот это как раз самый-самый нежный аромат из всех, которые я сегодня вам продемонстрировала. Очень надеюсь, что видео вам понравится такого плана. И напишите, пожалуйста, какие ароматы вы относите к вот таким нуарным, густым, красивым, которые погружают вас в определенную атмосферу и в какую. Напишите, пожалуйста, это очень интересная тема. Спасибо вам огромное, что вы сегодня были со мной. Я вас очень ценю, ценю вашу поддержку. Буду признательна, если вы оставите свой комментарий. Я буду вас там ждать в комментариях. Желаю вам удачи и, конечно же, будьте благодарны за то, что имеете. Увидимся!